приветствую всех на канале Есть Поесть. И сегодня предлагаю рецепт очень вкусного, сочного, по-настоящему новогоднего салата. Готовится он очень просто и обязательно станет ярким акцентом на вашем праздничном столе. Список ингредиентов открывайте под описанием к видео. На растительном масле обжариваю лук, затем добавляю грибы и обжариваю все вместе. В качестве мясной составляющей я беру два филе куриного бедра, заранее замариновала их и обжарила с двух сторон. То же самое можно проделать с филе куриной грудки, а также можно взять копченую курицу или любое другое копченое мясо. Нарезаю мелкими кубиками. Также мелкими кубиками режу один маленький огурчик или половину крупного. Консервированные ананасы нужно отжать от лишней жидкости и также мелко нарезать. Отделила белки от желтков, желтки просто мелко режу, а белки нужно промыть от остатка желтка. Все складываю в одну миску, добавляю домашний майонез без яиц и размешиваю. Украшайте салат по своему желанию. Я использую кулинарное кольцо, которое предварительно смазала растительным маслом. Укладываю салат, только сильно не приминаю, так как он очень сочный. Сверху выкладываю тертые на мелкой терке белки. Убираю кольцо и украшаю петрушкой и ягодами замороженной клюквы. Ну вот такой аппетитный салатик получается. Он настолько сочный, что ему не нужно времени для пропитки. Если вам понравился рецепт этого салатика, не забудьте поставить лайк, а также обязательно напишите комментарий. А вы на новогодний стол предпочитаете готовить что-то новенькое или любите традиционные салаты типа оливье и под шубой? Смотрите на моем канале рецепты и других не менее вкусных и интересных новогодних салатов, и не только. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.